Искусственный интеллект будет помогать в подготовке казахстанских авиадиспетчеров. В Центре профессиональной подготовки КАЗ-аэронавигации появился новый тренажер. Учебный комплекс привезли из США. Он имитирует воздушный трафик и наземную обстановку на аэродроме. Нейросеть в данном случае выступает в роли пилота и моделирует различные ситуации, в том числе аварийные. Уникальное оборудование используют пока только в Алматы. Аналогов ни в одной из стран Центральной Азии ему нет. Тренажер, по словам специалистов, ускорит процесс обучения диспетчеров, обслуживающих воздушное движение.